Четыре батутистки Московского училища Олимпийского резерва номер один Вероника, Анфиса и Полина впервые пробовали играть в настольный теннис. Выглядело это забавно. Девчонки учились попадать по мячу, и получалось это не всегда. Еле доставали до сетки. Мне понравилось, но я первый раз проиграла и попробовала просто. Я хотела попробовать. Но я попробовала, мне не очень понравилось. Ну, и понравилось, и не понравилось одновременно. Я когда играла, у меня ноги немного тряслись. В принципе, мне понравилось играть. Было интересно. Первый раз я победила. Втором разе я проиграла. Мне очень понравилось. Это интересно для училища. Особенно можно познать что-то новое. Ну, для тех, кто не играет, можно хоть чуть-чуть научиться. В Московском училище Олимпийского резерва номер один прошел первый турнир по настольному теннису среди сотрудников и обучающихся. Принять в нем участие смогли все желающие. Набралось более 50 человек. Чувствую совершенно неловко, потому что я вместо тренажерного зала прихожу играть в теннис каждый день. А ребята вот по случаю соревнования. Хотя у всех была возможность, объявили это давно. Все могли приходить, и была возможность потренироваться и подготовиться, да? Главное, что все участники от мала до велика получили незабываемые эмоции, а кто-то – первый опыт и желание играть еще и еще. Очень хорошо, очень крутое училище, много знаменитых спортсменов. Да, ощущения, когда играли в теннис, были очень крутые. Вот, но соперник был очень сильный. Да, особенно у меня. Мне кажется, любой у нас гражданин играл когда-то в теннис, в том числе и я в детстве, во дворе, везде. Где стоит стол, всегда хотелось поиграть и, сказать, выяснить отношения на теннисном столе. Пришла вообще идея, я ее поддержал в плане проведение спартакиады в училище, чтобы мы вот эти коммуникации наши, в общем, руководство далеко не отделялось от студентов, спортсменов, а наоборот, сближение, и в этих спортивных состязаниях мы еще больше о друг друге узнавали. Соревнования прошли бойко. Сначала играли самые младшие, ученики 2-5 классов, потом школьники постарше, шестиклассники, девятиклассники. И, наконец, к столам вышли взрослые игроки и молодые воспитанники спортивных отделений, а также их воспитатели и просто сотрудники Московского училища Олимпийского резерва номер один. С детства играю в теннис, люблю этот вид спорта и желаю всем, чтобы все тоже играли. Давно я не играл, честно. Давно не играл. Руки помнят, да. Что знаешь, никогда не забудешь. Хорошее дело, хорошее начинание. Надо почаще и по другим видам спорта тоже надо заниматься и проводить соревнования. Я так считаю. Стало жарко, игра шла одновременно на 6 столах. И чем ближе к финалу, тем упорнее, тем плотнее были счета. Поддержка одноклассников и коллег иной раз становилась очень громкой. Победителям и призерам установили настоящий подиум и вручили, как положено, на всех спортивных соревнованиях медали и грамоты с подарками. Среди самых юных победу одержал Григорий Кораблев, среди школьников постарше – Марк Савчук. А лучшим настольным теннисистом любителей Московского училища Олимпийского резерва номер один стал тхэквондист Джанибек Дадабоев. Он в финале в 3 партиях переиграл в прошлом профессионального хоккеиста, а ныне преподавателя Константина Ташкинова. Я поздравляю всех участников с первым чемпионатом. Прежде всего, хочу поздравить победителей. Но, конечно, сама не всегда есть победитель. Мне кажется, сейчас, сегодня, думаю, не все. Ну, мы вот футбол сыграли, сейчас настольный теннис. Сейчас думаем, как раз сегодня говорили о следующих соревнованиях. Я думаю, может быть, стритбол или что-то такое доступное, чтобы всем было это интересно, а чтобы мы еще ближе все были, я еще раз повторюсь, одной семьей, и всем это нравилось, и отмечать победителей.